посмотрим чат. Нихуя себе нефр. Охуеть, what the fuck? Вот это босс. I'm not your bro. Mm-hmm. Ого. Ты пошел бы. Обратку надо было. Куда ты идешь, ёпта? Ебать, охуенные аутфитики у них. Правило. Не слушайте психологов, никого не слушайте. Делайте то, что вам сердце говорит. Валяйтесь на помойках. Родители вам не хотят, естественно. Забейте на жизнь. Я еще могу, знаешь, ну типа лицо максимально делать вот такое. Офигеть. Леха, ебаться, я тебя тряпаю. Угу. Я не понимаю, почему я. И самое главное, когда он в образе, это его рассмешить. А тяжелая голова? Жизнь тяжелая. Им сначала нужно будет угадать, кто из нас доллар и миллионер. Опа, это... Бля. Реально как мод, как вот стрёмно выглядит. Бля. Как охуе. Ебать, он охуенно выглядит. Это прикол. Мне очень нравится вот этот аутфитик. Да я ва. Он реально выглядит как модель просто. Ебать. Excuse me, bro. I'm not your bro. Чё, совсем уж что? Мы не вместе. То, что у меня борода в стразах, это ничего не значит. Угадай, кто настоящий. Это шоу, в котором среди 7 человек, где 6 это актеры и представители похожих профессий, лишь один говорит правду. В этот раз нам с ребятами нужно найти международную топ-модель, задавая различные каверзные и не только вопросы. Обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. А мы блин, начнем. Очень крутые образы у них. Сегодня нам надо будет угадать супер... Ага... Ёбаный рот! Здравствуйте! Здравствуйте! Фу, с мышцами жарко. Пока не снимаем так между нами, кто модель. Вы такие красивые, просто сногсшибательные. Спасибо. Но заранее хочу сказать, что у меня есть девушка, поэтому, пожалуйста, не подкатывайте, я вас очень прошу. Заранее предупрежу, у меня есть парень. А, в общем, получается, с первого по седьмой номер расскажите о себе, просто представьтесь, чем занимаетесь и так далее, и тому подобное. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Мне 28 лет. Моделью я стала с детства. Я снималась для детских каталогов. Потом ушла. Пиздит. Пиздит как будто. Обрела себя, профессию. И как раз благодаря своей новой профессии я снова вернулась в модельный бизнес. Я модель Diversity. Спасибо. Супер. Какая? Я все прослушал. Чё, Diversity? Это что такое? Я вообще не в темке. Diversity? What the fuck? А? Всем привет. Привет, привет. Меня зовут Настя, мне 19. Начала свою деятельность не так давно, относительно, потому что я не очень высокого роста, и как только я достигла того минимума, как смогла, меня взяли в агентство. Пиздит тоже как будто бы. И с 19 года я начинаю свою модельную карьеру. Потрясающе. Привет, меня зовут Полина, мне 28 лет. Я профессиональная. Вот это высокая. Профессиональная международная модель. У модели еще такая специфическая внешность всегда, если она международная модель. Вот уже 8 лет. То есть... Да, давайте без спойлеров, пожалуйста. Я не смотрела чат, блин, пожалуйста. Если вы посмотрели уже у кого-то, не спойлерите мне. С 19. С 20. С 20. Это была проверка. Номер 4. Привет, меня зовут Виктория, мне 22 года, я в модельном бизнесе уже около 5 лет, снималась в Европе и Азии. В каких фильмах? Фильмах, ёбаный рот. Меня зовут Карина, мне 21 год. Нет, 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 нет. Я начала, ну, попала в эту сферу где-то.
Сразу нет. Примерно в 17 лет, то есть около 5 лет я в этой сфере. 17 это было, ну, типа, просто модельная школа, с чего очень многие начинают. А потом, как бы, это уже, наверное, можно назвать чем-то стоящим и можно назвать карьерой, да. Спасибо большое. Номер 6. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Вот это тоже высокая, может быть, модель и внешность такая неординарная. Мне 28 лет. Моделью я стала с 14. Контракт свой первый получила в 19 лет. Привет, ребята, меня зовут Лера, мне 20 лет. Моделью я работаю около 6 лет. Мой первый модельный контракт был в Китай в 14. А затем я работала в Европе. Ну, блин, непонятно вот тут вот. Да что ж вы все в Европу лезете? У нас-то что? У нас что? У нас чем плохо-то? Ладно, первый вопрос номеру 2. Что вы сегодня делаете вечером после съемок? Мне сказали, у вас есть девушка. Да, это правда, это я и сказал. Это проверка была. Это была проверка. А можно вас попросить, получается, тоже с 1 по 7 номер просто пройтись туда-сюда? Просто проверить модельную походку. Не модель. Просто потрясающе. Идеально. Просто потрясающе. Это модель. Спасибо. Молодец. Молодец. Ой. Это не модель. Ё-ё-ё. Молодец. Это тоже модель. Молодец. Лёха как жюри просто, который будет отбирать. Давай, пошла, красавец. Молодец. Ох ты. Видно, и обувь неудобная, но все равно ходит. Летит, а не идет просто. Пацаны, это модель. Давай, давай. Это тоже модель, может это быть. Она. Вы все прекрасны, но я заметил кое-что. 4 номер модель. Жопу ставлю. Ну это нет. Алексей, модель? И 5 номер. Модель. Нет, она просто хороша, но нет, 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 это вот не то. Просто хороша. Обалдеть. А кто-то кроме Алексея комментарии вообще будет давать? Почему все молчат? Вот меня немного интересует вопрос. Такой же вопрос, да? Модель. Очень уверенно. Очень. Вот просто сногсшибательно. Вот это просто. Вот это... Блять, и кого? Вы все модели, правильно? Из 7 человек Алексей выбрал только одну не модель. У нас дела плохи, ребят. У меня даже, блядь, интернет. Ежедневный мейкап номер 4? Нет, конечно, для съемок, да. У нее есть черта в походке особенная, так. Понимаешь? Вот когда она идет, у нее, получается, вес чуть-чуть вперед. Я не могу это объяснить, это надо почувствовать. Вы быдло, не чувствуете этого. Самая отчетливая походка 7. Модельная номер 7. 7 просто. 100%. Ну подождите, она может быть моделью походной? Ну вот третья... Последняя. Походная модель. Они же могут быть фотомодели. А вы все ходите по подиуму, правильно понимаю? Нет, не все, подожди. На профессиональных показах моды нет, мой рост не позволяет. То есть вы сейчас признаете, что вы не модель? Нет, почему модель может не ходить по... Я вот об этом же говорю. Да-да-да. Подождите, а есть среди вас модель new? Что? Ню? Новая, типа. Хорошая попытка. В какой-то степени все модели ню. Реально? Верно. Реально. Первая модель, пацаны, на что-то знает. Потому что есть определенные образы. Образы у дизайнеров предполагают иногда полупрозрачные все ткани. Все показано. Ну, естественно. Обалденно. То есть обалденно. Искусство, вы готовы оголиться? Да. Как раз второй этап. Сейчас я окошко открою. Нет, купальник нет. Кто реально вот, ну, пивка со мной пошел бы дернуть? Дернул. Ну так, я сейчас... Из моего ботинка. Мимо камер. Мимо камер. Ксения как будто это вот начальник модели, нет? Номер 7. А подскажите, какой минимальный рост прохода в модельное дело? Минимальный 175. Уверена. У девушек. Кто в каком агентстве работает? Ice Model. В Москве у меня агентство Open Up, по Европе это agency, да, агентство. Да, да. В Европе у меня агентство, как будет агентство по-английски? Agency, да-да-да. В Азии No Face Management. Agency, агентство, это просто перевод? Нет, агентство менеджерское называется agency. А у меня DNK Models. Мое материнское агентство JQ. Avant. Sky Models, Baka Models, материнская. Пацаны, можете у меня спросить, какое у меня агентство? Чего, блядь? Hype Models. Вот как думаете, вам тоже нужно среди нас угадать, кто по модельному одет? Ребят, я честно скажу, я тоже состою в одном агентстве модельном. Называется Mommy Models, aka MILF Models.
Вот, я, в принципе, создатель, открыватель, и сама модель, и директор, и бухгалтер, и юрист. Вот, интересует, если кого-то, ну, девочки моего возрастного этого эквивалентика, она как бы, пишите. Посидите, нам не видно. А, ну давайте вот мы выйдем. Да. Прекрасно. Вы модель. Браво. Ну вот шут гороховый, ё. Кто ж так? Я так не буду делать. Блин, а, бля. Девочки, простите меня, пожалуйста, у меня тут небольшой моментик. Какой? Прошу прощения. Супер. Что за небольшой моментик у нас тут? Это не мой, это вата, я вам клянусь. Зачем ты? У меня не стоит, я вам честно говорю. Никогда? Вообще. Вообще. Яцкич! Забыл, как ходить. Ну, осечка была. Это именно из кошелька выпал человек. Давай. А где же очки? Вот с первого по седьмой просто назовите число, вот на вскидку. Один из моих любимых дизайнеров — Жан-Поль Готье. Вот вы все немножечко похожи на его фрик-шоу. Он любит меньшинства, всевозможные, вот готику в том числе. Потому что каждый из вас, в принципе, мог быть участником фрик-шоу Жан-Поль Готье. А вот одного выделить? Мне понравился гранж. Мужчина с ракесом. А он? Гараж вам нравится? Вы и в Маквине могли бы участвовать, в принципе. Он просто панк. Ну, Маквин слишком зашкварно, поэтому он не участвует. Так, номер два, как думаете, кто, у кого реально настоящий образ показа? Настоящий образ показа номер два. Номер три. Я тоже думаю, что номер два. Ну, они, конечно, все всратенькие немножко, но... Номер два такой всратый в стиле fashion. Fashion is my profession. Ну, просто, знаете, объемные плечи, это очень мод. Последние показы проходят с этим трендом. Да, Ильюх, на... А не вот это. Так, номер четыре. Мне кажется, что это номер два, но номер... 5, получается, прошел очень хорошо прошел. Номер 5, как думаете? Я тоже думаю, что 2. Получается, Парадевич опять выиграл, что ли? Блядь. Номер 6? Опять Парадевич. Респект панкам, но это номер 2. Респект панкам. Ты должен прям подлез сейчас. Я думаю, если немного прикрыть глаза, можно подумать, что третий номер прям как из показывали. Можно не прикрывать глаза, можно просто их закрыть за и сидеть под номером 7 на стульчике. Просто сидеть. Глазки не поднимаем вообще нахуй никуда. Я шучу, если что, это все шутки, надеюсь, вы понимаете. Валентина, если закрыть немножечко вот так. Ну, давай. Я гей? Типа Валентин ты. Валентина. Бля, меня Лёша зовут. А что? Что за... Ой, блядь, думала опять что-то уронила. Что там? Супер. Блядь. Там носок был. Это носок. Что за небольшой моментик у нас тут? Ну, я бы так не сказал. Там таки, как раз таки большой моментик. Супер. Блин. Сука. Девчонки, а какая вот самая вообще сложная страна? Чё? Чё? А ничего не знаю. Китай. Китай. Не знаю, я работал в Китае, не так уж и сложно там было. Ну ты не моделью работал, придурок. И моделью тоже работал. Ну Китай. Китай действительно самая сложная работа. Ты знал? Это фотосессия нереальная. Ты им покажи уже фотки-то все хотя бы раз. Фотосет устроил, блин, нахрен.
А такое, блядь. Давай, проседай, закрою. Я потом закрою. Если, короче, не сможешь выйти там снизу в лобби, напиши мне, я тебя открою. Знаю. Давай, пиши, если а вот серёшь. Расскажите, с какими брендами, самыми популярными вы работали? Ну, у меня не такой большой опыт в европейских брендах. Я работала как раз в Готье и снимали лукбук для Гуччи, когда там был Александр Микель. Моя последняя работа, я ей горжусь больше всего, это для Гуччи Бьюти. Мне поставили брекеты, и как раз-таки после новых снэпов пришел запрос на съемку для помады, и там были очень интересные девочки. Был пирсинг, была щербинка между зубов и мои брекеты. Потрясающе. Я больше всего работала в Милане, поэтому это итальянские бренды в основном. Но какие-то локальные их известные в Италии, нам они не очень известные. А из известных в мире Emporio Armani, Missoni, Coperni, Moncler. Moncler — это же не итальянский бренд. Ну, у них штаб-квартира в Италии, в Милане. Ладно, проверка была. Это итальянский бренд? Я хуй, честно, какой-то бренд. Я открывала показы и в Сен-Лоран. Также снималась в лукбук для Армани. У меня было несколько... Ну, она может... Вот третья, четвертая и последняя. Но третья у меня уже под сомнением. Или, блин, третья, четвертая, последняя. Остальные я вообще на них не думаю. Кампейнов? Кампейнов? Это такая крупная съемка, которая будет везде. Вот по этой съемке узнаете именно этот бренд. Ну, для Ашана никто не... Именно этот бренд. Бренд! Снимался тут, да? Ну, это крупные такие плакаты. Что? Какие-то на обложку, может. Билборды. Да, билборды. То есть такая максимальная реклама. Не хотите, может, немного шампейн? Смотря какой фабрик. Так, номер 5. Смотря сколько details. Каталожка Vogue. Каталожка Vogue. Я работала с Tom Ford и по косметике работала с Sephora. Tom Ford? Tom Ford? Извини, Tom Ford. У меня есть обложка Vogue Казахстан, то есть я снялась для обложки Vogue. Еще работала для Miu Miu в Париже. Vogue — это лапша. И закрытый показ Dolce & Gabbana в Таиланде. А почему он закрытый был? Для клиентов особых, чтобы показать коллекцию. Vogue — это лапша же. Да, да. Вы снимались для обложки для лапши? Моя шутка. Пацаны, у нас пока ничего не выходит. Я также снималась для Vogue, только это... Там опять какой-то клип? Машка. Ну что там? Там можно подумать, что третий номер прям как... Да, зачем? Можно не прикрывать глаза, можно просто их закрыть за и сидеть под номером 7 на стульчике. Просто сидеть. Глазки не поднимаем вообще нахуй никуда. Я думаю, если... Вы обрезали! Вы обрезали клип! Блять, суки ебаные! Много прикрыть глаза, можно подумать, что третий номер прям как из показа в линии. А чё? Чё ты красный сидишь? Сидит, краснеет. В электронной версии журнала опубликовали. Это была моя первая съемка в 16 лет. Я могу сказать свое мнение. Я вот на 100% уверен в номере 7. Как будто прям... Тоже. Я в номере 1. Есть. Почему-то тоже. Я не знаю, хотя она вообще не похожа на модель, но вот третья, четвертая и последняя. Номер 1 — это как будто босс. Вот номер 1. Для меня самые сильные игроки номер 1 и номер 7. Да, 1 и 7. У меня есть круассан, я жирная мразь, я его сейчас съем! Но вы не забывайте, что артист может очень хорошо играть любую роль и вас вызвать вот это ложное ощущение. Мы уже на этом обманулись однажды, не забывайте про это. Обманулись однажды, обманемся и дважды. Пацаны, мы просто очень жестко, задрачивали. Костя, ой, вам не видно, блядь. Костя будто бы интереснее всех, вот честно вам скажу. Так, сейчас я уберу вот эту фуню. Ой, не то убрала. Он просто в телефоне сидит. Сейчас нужно сейчас полегче, спокойнее. Мягко. Мягенько выбирать. Первого исключать компьютер. Да, надо исключать. Много информации получить. Первая точно это нет. Модель, потому что вычернуто сделано, чтобы похоже было на модель. А седьмой номер — это модель. Я думаю так. Первый вариант. Вот и третья тоже. Вот как будто она может работать. Третья, четвертая и последняя. Она не выступает, вот какую-то может управлять или набирать, или вот что-то. Не знаю, доброе лицо, как будто не модель. Но седьмой — самый уверенный вариант. Ты что думаешь, Александр?
концерт кишлака тут! У Короля Шут в голове просто играет. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Ну? А на гитаре кто умеет играть? Сань, сейчас выбрать надо кого-то и мнение поделить. Ой, надо Сереге открыть дверь. Я на 150% уверен, что не номер 5. А можно задать вопрос? Номер 5, вы модель? Да. Но это вы должны угадать, а не я. А вы? Я модель. А вы? И я модель. Я тоже модель. А кто тогда не модель? Нам кто-то пи***т. А вот девушка, первый номер. А вы говорите, что у вас новая работа какая-то привела назад в модельную сферу. А что это за работа? Как вас-то как-то... Я журналист. Я пошла учиться на журфак. То есть я работала в детстве моделью. Снималась там даже для Глории Джейнс, для Гулливера. Сказала, что я модель diversity. Нужно, наверное, объяснить. Diversity — это направление в моделинге, где модели скорее далеки от идеалов и стандартов. У меня достаточно крупный номер. И мне показалось, что это станет проблемой. И я ушла из модельного бизнеса, пошла на журфак. И после окончания института я устроилась на телевидение и работала на канале World Fashion. Канал про моду. И, собственно, в 2018 году мы поехали на неделю моды освещать это событие. И вот там ко мне подошел скаут из модельного агентства и сказал, а не хотите попробовать? Именно в категории... Какой нахуй скаут? Бойскаут? Diversity. И вот первый бренд, с которым я работала, Жан-Поль Готье. Я работаю в основном в эстетике ugly fashion, так называем. Это ugly fashion, страшная мода. Balenciaga, Маржела, то есть это... Какое второе? Маржела! Тан Маржела. Маржела? Маржела. А. Понял. Реально Маржела правильно говорить? Маржела, ты не знал? Маржела. ДМ на Гвасали, то есть это новая этика, которая... Ну это какой-то просто фэшн-эксперт, мне кажется, которая может быть где-то связана с фэшн-индустрией, но она нихуя не топ-модел. Работает с моделями, с какими-то несовершенствами, там крупный нос, ушки. Вы наверняка знаете модель, у которой витилиго, афроамериканская модель с такими белыми пятнами. Ну понятно, ты шаришь, ты в теме, но ты не модел. Очень красиво, да. Это направление, которое культивирует бодипозитив. Подожди, реально Мейсон Маржела, правильно говорить? Да, да, да. А в смысле, а что этот Destroy Lonely? Мейсон Маржела? Ну вообще не Мейсон, а... Мейзон. Мейзон Маржела. Да, многие называют его Мартин, это неправильно. Он бельгиец. Мейзон Мартан Маржела. Я ей верю. Мне кажется, третий номер не модель. Почему? Потому что она очень похожа на модель внешне. Но я не думаю, что это может быть настолько вот прямо... очевидно. В тот раз я поспорил с Никсом на 50 тысяч рублей. Кто сейчас готов со мной поспорить на 500 000 рублей? Лех, у тебя всего 550. Кто сейчас готов со мной поспорить на 10 тысяч рублей? Просто ради интереса. Лех. На десяточку, ну реально. Десяточка ради интереса. Я готов, давай, но только на что? Я говорю, что номер 7 модель. Вот это она. Жопу, ты сказал жопу. Ты сказал жопу ставишь. Жопу ставлю 10 тысяч рублей. Ну давай, просто ради интереса. Можно коротенький вопрос? Вот ваш любимый дизайнер, тоже с первого по седьмой номер. Ну, мне нравится, что в последнее время делает Демна Гвасали. Ну, а ты на себя много одеяла, как будто в видосе перетягиваешь. Все девочки молчат. Чего они только с ней разговаривают? При условии, что этот человек часто провоцирует публику. Согласен. Потрясающе. Последний показ видели? Видела, конечно. Потрясающе. Ты видел? Да. Но рекламная кампания с БДСМ и детьми, конечно, как будто его немножечко... Осуждаю чуть-чуть. Я могу сказать, что мой любимый дизайнер — это... Вивьен Уэствуд. Это великая женщина. Rest in peace. Она была великой женщиной, и все ее идеи до сих пор сейчас считаются каким-то культом, и мне кажется, это действительно то, для чего она жила. У меня нет какого-то прям любимого бренда или дизайнера, но, наверное, я могу выделить из тех, кого я вообще знаю. Это Prada. Спортмастер. Демикс. Я ваша Аня одеваю. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто основал Prada? Миуч Prada. Ого. Номер 4. У меня также нет определенного дизайнера. Кто платит деньги, тот мне больше и нравится. Вот этот человек, если вам заплатит. Он собой заплатить может. Оторвет рукав вам. Как меня вдохновляет Рик Оуэнс. Как его по батюшке Рик Оуэнса? Андреевич. Святославович вроде. Владимирович. Владимирович? Номер 4. Можно пару линеек одежды Рик Оуэнс? Название. Я не запоминаю название, я просто смотрю, мне
нравится. То есть у меня нет такого зацикленности на чем-то. Хорошо, нет, все хорошо, хорошо. Пятый номер, номер пять. О, поплыла. Меня тоже очень вдохновляет Демна, и меня очень вдохновляет его интересный путь. И если вы не знали, то он был художником по костюму в фильме Ренаты Литвиновой «Северный ветер». И там были очень красивые костюмы, и все персонажи, все герои были очень вкусные. Да нет, давай, все, домой. В еду были одеты. Если говорить про наш рынок. Конкретно про рынок? В России тоже очень много талантливых и подающих надежды. Бля, я не могу, ну как же смешно, ёпочки-матрешки. Ну кто пытается? Я не понимаю, секс-машина уже закончилась у нас тут, трикс. Современных молодых дизайнеров, которые как-то отходят от стандарта. Например, Яна Янина. А Глеб Костин, он такое словосочетание что-то говорит? Ваша шапочка. Глеб. А как он выглядит? Второй номер говорит ваша шапочка. Он такой, как Глеб, такой, как Костин. Наполовину Глеб, наполовину Костин. Я вот не могу имени, не знаю. Ваша шапочка очень похожа. А вы откуда знаете? А я интересуюсь модой. То есть интересуетесь модой, но не модель, а номер 6. Мне нравится Шанель, Том Форд и, соответственно, почему Том Форд? Вот. И из российских мне нравится Гоша Рубчинский. Который в треке Фейса, да? Наверное. Мой best friend. Номер 7. Мне очень нравится наш российский дизайнер Яна Янина. Я участвовала у нее на кутюрном показе. Она уже, она еще что-то выпускает. Еще мне нравится Пьер Карден. Это тоже французский дизайнер. Вот у него очень часто... Кардан. Нет, трусы. Как у машин. Так, и еще подметил, вы не закончили, но пока я не забыл, у меня память очень короткая, как у рыбки. Вы говорите, Яна Янина, наша дизайнер, участвовала у нее в Париже. Так она наша или она в Париже? У нее очень часто проходят показы в Париже. Можно я еще добавлю? Так как я нестандартная модель, я часто сотрудничаю с Верой Браво, которая шьет вечернее платье. То есть на моем высоком росте это смотрится сногсшибательно. Браво. И походка модельная немножко отличается, подиумная, то есть очень медленно и плавно я двигаюсь по подиуму без таких движений в бедрах, то есть очень так вот собрано иду медленно и уверенно. Так, нам надо решать. Я за номер 5 все еще. Я за 5. Да, я тоже за номер 5. За номер 5? 5. Да. Вот это вот? Пишите просто домой, в бумагах, домой, вот, домой, домой. Селена Гомес на съемках. Чего сразу выгонять? Почему Селена Гомес? Диснеевская принцесса. Еще в «Эйфории» снялась главной роли. Рапунцель. Зендая. Зендая, вот, номер 5. Не первый, кто это говорит. Зендаечка, почему вы злая? Я не злая, просто это была оценка того, что мне очень часто это говорят. А, простите, пожалуйста. Ничего страшного. Мне тоже очень часто говорят, что я похож на пидора. Я буду во всем сомневаюсь. Да, ну короче, если вот на полицейском и на миллионере кто-то тупил, здесь вообще все прям все очень уверенно говорят. Давай показываем, так или иначе нам, к сожалению, нужно кого-то выбирать. И раз, два, три. К сожалению, у нас выбывает, получается, номер 5. Пока. Спасибо вам большое, вы прекрасны. Надеюсь, мы не ошиблись. Как-то странно, вы ее рубанули быстро. Так, мы продолжаем второй раунд. Я бы попросил какой-то, может быть, интересный случай со съемок. Я могу рассказать, да. С первого по седьмой. Вот кто вот из нас бы вот, мог бы в модели попасть? Вот просто по внешности. Пятый номер, я думаю. Номер 2. Пивые скулы и такой пронзительный взгляд, очень такой strong face. Мне strong кажется, седьмой face. Номер мог бы. Второй номер я тоже думаю. Да, я тоже думаю второй, но не очень понятно из-за... Второй и... Нет, все понятно. Номер в разные 2, категории все, понятно. Все могут пойти. Это вы ходили на Maison Margiela 22-го года в этом костюме. Он? Да. Да, я видела этот показ. Знаете, очень эффектные Чё? Движения. Вот такие. Это были вы. Это он и есть, того показа. Он до сих пор не переодевался специально для этого. Фу, блин, мышцы жарко. А я живу с этим, прикинь. Кстати, хорошая тема. А вот можете рассказать какой-то забавный или, может быть... Страшный, смешной. Страшный или самый запоминающийся случай со съемок или показа, или что-то такая просто вот история, связанная с модельным... Профессией, так скажем. Я один раз пришла не на свою съемку случайно. Сейчас. Ну да, типа. В общем, я пришла в студию, там никого не было. Был занят только один зал. И администратор мне сказала, что, ну, скорее всего, это ваши клиенты, идите туда.
я туда пришла, а села, начала уже со всеми разговаривать, общаться. Меня переодели, сделали макияж, прическу. Я уже встала в кадр, начала сниматься. И тут просто заходит другая модель, тоже азиатка, мы с ней похожи. И мы просто смотрим друг на друга, смотрим на команду и ничего не можем понять. Потом оказалось, что нас перепутали. А съемка в Мытищах была? Не, не помню где. Ну, не, в Москве где-то. Опа. У меня была такая ситуация. Может, вы знаете сеть Мане? Футболист этот? Нет. Футболист играл. Так вот, снималась я для них на витрины плакаты. Нет, они выкупили права. Она пиздоболка, что-то я, она что-то мне все уже разоражила. На полгода. Через месяцев 8 звонит моя подруга и говорит, то, что ты висишь в определенном торговом центре до сих пор. Я звоню им, говорю, как так. В итоге была жесткая драка. В итоге они даже не выплатили мне компенсацию. Отправили только пару косметических средств и все. Вот быдло. Вы прям висели, реально? Да. Может, вы видели? С тортиками такая. То есть контракт нарушили они, да? Да, да. А как вы позвонили, типа, я у вас висю все еще? Ну, написала своему букеру. Букер уже, соответственно, разбирался. Букер для Фред. Вот этот. Пошел на... Я так же пустил. У меня кожанка мочой воняет. У меня тоже была смешная ситуация, но для меня не очень смешная. При работе в Корее, подписывая договор, мой агент сделал некоторые ошибки, и на выходе я не получила ничего. Мне не выплатили ни мою смену, очень и мой смешная агент история. Тоже не получил никакие выплаты за свою работу. Он вас обманул, значит? Он все себе забрал. Там в Корее очень своеобразные люди работают, очень много модельного бизнеса, и поэтому они стараются как-то понизить свои выплаты, и бывает, что несовестливые люди подсовывают тебе договор, который ты не видишь, ну, в смысле, не прочитываешь до конца и уже подписываешь. Ну, вот такие. Обалденно. Даже не вспомнила каких-то таких комических моментов. Скорее, в принципе, деятельность модели иногда бывает связана с какой-то гадостью. Я работала с пауками, со змеями, у меня вот здесь сидел таракан. Ну, то... Не верю. Фото есть? Есть. Показываю. Не очень хочется на них смотреть, но есть. Ну, в общем, все это всегда жутко, ты немножечко в напряжении. А еще там какие-то погодные условия. Снималась в ледяной воде вот однажды. Не верю. Съемка зимняя, у меня было такое платье со шлейфом. Вы же в агентстве Ice Model. Ice Model, да. Кстати, мы оправдали себя, да. Вот смотрите, актеры, так она просто работает там. Актрисы, да? Ну, в основном работа заключается все время ждать. Пожалуйста, подождете, пока я в туалет схожу? Хорошо. Лёх, носы мне в башмак. Бля. У тебя кран набух уже. Кожанка мочой воняет. Ой, бля, я на туре воняет мочой. Саня, у тебя вопрос был. Да, номер 4. Вы работали в Европе? Через какую страну вы визу получали и насколько вам дали, если не секрет? Я приходила в посольство, например, если это Париж, то посольство Франции. Оформляла рабочую визу. Вау. И уехала. Но обычно этим занимается, опять же, мой букер или менеджер. Хер. Букер решала. Вот скажите, в целом ко всем девчонкам вопрос. Им же надо форму поддерживать, параметры, вот все, какая самая быстрая диета? В первую очередь нельзя есть сладкое, потому что от сладкого сильно отекаешь, так же, как и соленое. В идеале, чтобы схуднуть, но нужно больше белка и, в принципе, там меньше есть, тогда ты быстро высохнешь. А если вопрос заключался делаю? В быстроте худения, то, скорее всего, это просто отказ от воды и большого количества овощей и фруктов, так как там много воды содержится. И тогда у тебя за 2 дня может уйти 1-2 килограмма. Ну, это объемы отека. 7-й номер. А что такое объемы? РПП? Расстройство пищевого поведения. Ну, это легко, но, это на хайпе слово сейчас. Вербовка в модели, то есть как это? По скайпу же? Неправильно слово подобрал, но смысл понятен. Ну, некоторые приходят сами. Иногда могут на улице встретить тебя, позвать. И в Китае так любят делать, например. Типа просто видят внешность и говорят, о. Да, видят красивая высокая девушка. Китай любит славянскую внешность, зовут. Ну, я вот фильмы видел, то, что на улице девушку встречают, что-то дают там $200 ей там. Блять! Некоторые сами приходят. Некоторые есть скауты, например, которые ищут моделей. Например, в Инстаграме. Они где угодно могут их искать. Номер 1. Согласны с номером 4, что так в
модельный бизнес. Да, попадают. В целом тебя могут. Вот, в моем случае меня просто поймали. Я работала журналистом, я стояла поймали. С микрофоном. И ко мне подошли, сказали, не хочешь попробовать? Мы сделали снэпы, тестовую съемку, и они остались там в архивах. Ну, то есть потом это модельное агентство может написать, позвонить. То есть просто я состою в модельном агентстве, и оно международное. Собственно, Ice Model — это потому что девушки из России для всего оставшегося мира. А вы были журналистом, да? Да. А можете какую-нибудь скороговорку? Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Из-под топота копыт пыль по полю летит. Да, не, как всех скороговорок не перескороговать. Да, не вот, короче, для меня первый номер — это... Так... Заткнись ты, да. И я не вам, я ему скажу. Для меня номер первый — это как номер 4 в прошлый раз. То есть он знает очень много информации. Либо актер, либо журналист. Ну да, то есть смежная может какая-то профессия. А вам что больше нравится, модельный бизнес или журналист? Мне нравится модельный бизнес, потому что можно быстро и хорошо заработать. Вот. Но в целом я, конечно, развиваюсь в разной деятельности. Я могу сейчас пригласить на съемку, снимать каталог. Я работала на неделе моды 2 года назад. У Беллы Потемкиной. Ну, то есть нет задачи развиваться Белла. Только в этом направлении. Такой вопрос к остальным девчонкам. А есть кто-то еще, кто как бы не только в модельный бизнес направлен? Ну, если считать блогерскую деятельность какой-то серьезной, конечно. То, наверное, я. Но вообще, в целом, то... А что, не серьезно? Развивать социальные сети полезно для модели еще больше, чем... 100%. Медийку качать, конечно. Конечно. Не, ну, медийка — это понятно. А что-то другое, другие деятельности, там, как вот журналистика, какая-то еще... Работала я с брендом Chanel, как раз еще это было бесплатно. Мне было 17 лет, на неделе моды в Москве. Вот, у меня подруга была управляющей магазином Chanel. Соответственно, я представляла этот бренд. Вот. И через год меня пригласили на неделю моды в Милан. Там, где я работала с брендом Tom Ford, уже ходил по подиуму. Да какой Tom Ford? Можно задать еще вопрос? Вот, например, номеру 3. Мечта ваша вот в модельной сфере сейчас чего достичь? Ну, поработать с самыми крупными брендами, известными. Mm-hmm. Какими, например? Ну, все, которые, вот когда проходят Fashion Week в Милане, в Лондоне, в Париже. Сейчас мы все, еще белую хуйню. Fashion Week, вот для них, для всех. Это тебе придает статусность, и ты становишься топ-моделью. Вот, я хотела бы стать топ-моделью. Топ-модел. Аналогичная ситуация с какими-то прям крупными брендами, именно открывать показы прям, ну, не один раз, а уже на постоянной основе. Прям быть лицом этого бренда, наверное. Номер 2? Моя мечта повысить свой ценник выше среднего и брать не 10 проходок на Fashion Week, и там не 10 каталожных съемок, а, допустим, 2. И, ну, это будет достаточно, потому что есть очень много классных моделей, классных визуальных, но у них нет никакой репутации, и им могут дать чек там на $100. А есть модели, которые зарекомендовали себя, они не работают за бесплатно условно, и они выходят только на те показы, на которых они согласны выйти. 4 номер, а вот подскажите, самый низкооплачиваемый регион, это какой? Вот для начинающих моделей, для средних моделей? Опять же, возьмем тот же самый Китай, где очень часто обманывают моделей. Заказчик платит, допустим, 3000. Кстати, не знала о том, что в Китае так обманывают. А менеджер заказчика заберет себе 1000 в карман, а даст тебе только 2. Это без вычета процентов. Там платят в долларах или в местной валюте? На выбор. То есть либо заказчик говорит, как ты выбираешь, либо... Ну, чаще всего в долларах. А самые высокооплачиваемые модели какие? Ну, из известных Ирина Шейк, наверное. Кендалл Дженнер Шейх... самая высокооплачиваемая. Шейх разве еще ходит по сцене? Ну, я из русских беру. Вроде Белла Хадид же. Белла Хадид, да. Да, Белла. Модельеруш, модельеруш. Белла Хадид. Личности. What? Короче, я заметил тот факт, что при игре в мафию... Кто там что-то про брови мне написал, какую-то хуйню в чате, не буду даже смотреть, кто ты. Я про эти брови, блядь, говорю уже столько месяцев, что просто лучше не пизди. Очень часто, короче, те, кто является мафиями, они мафинами, они подхватывают, короче, предыдущие ответы. Вот я заметил то, что вот номер 3 и 4, вот когда спрашивают, там, первый, второй говорит, и 3-4 того же мнения. У номера 7 всегда есть личное мнение, у номера 1, у номера 2 всегда есть личное свое мнение. У номера 6 тоже. Номер 6, да, тоже. Вот просто вот 3-4, как будто вот, типа, придерживаются ответов других. Номер 3-4 точно уже уверен. Давайте голосовать. Давайте, 1, 2, 3. 4-3-3-4. К сожалению, мы выбрали номер 3. Проголосовали больше всех людей. Вы, получается, выбываете. А я думала на неё.
Блин, я буч... Вау! Нет, увидел так. Надеюсь, мы не ошиблись. Я думала, это она... Она очень похожа на модель. Очень. Номер 7. Как будто это фатальная ошибка. Каких-то новичков в сфере моды именно имена? Крис Грикайт. Это модель из Аванта Крис Грикайт. Или Грикайт. Я плохо помню ее фамилию. На многих обложках снимается. Первую я не знаю, что они слили. И еще девочка из Аванта. У нее такие короткие волосы черного цвета. Я тоже не помню, как ее зовут. Номер 2. Можете выделить кого-то? Я пока сидела, я забыла, как ее зовут. Есть очень популярная девушка, она темнокожая, очень высокая. Она открывает Сен-Лоран, она открывает все супер такие дерзкие бренды. Короче, просто мне кажется, когда ты работаешь в сфере модели, вот ты футболист, ты знаешь, ты знаешь всех. Да это не так работает. Модель должна знать, кто там новый появляется, кто модный. Тогда кто... я про это и говорю. Нет, ты говоришь про другое же. Кость. Он не про это же не говорил. Не про это. Я про это говорю. На мужики. Я сейчас уйду отсюда. Да это не так работает. Номер 1. Можете выделить кого-то из моделей? Да, я вспоминала, мне понравился, безумно понравился последний выход Девы Кассель. Это дочка Винсана Касселя и Моники Беллуччи. Она просто потрясающая. Ей сейчас сколько там, лет 15. И вот через там 3 года она прям Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид. То есть она прям станет топом 100%. Куда-куда будет ходить? Туды-сюды ходит. Вот. Ну и, конечно, я буду топить за своих. Немецкая модель Диана Рихтер. Модель Diversity. Она такая нордическая, у нее внешность, выбеленные брови, и она такая тоже, у нее острые черты лица, strong face, она такая холодная очень. Вот она мне очень нравится, мне тоже кажется, что эта культура должна популяризироваться, потому что модель — это не только baby face. А номер 6? О, вот она мне нравится, потому что у меня нихуя не baby face, у меня strong, как она сказала, ugly fashion, not cutie, not baby... Ты дурак, блядь. У меня... вы поняли, какой у меня face, not baby face. Острые черты лица, такая стервозность, сучесть. Но я очень добрая, на самом деле. Ну и вас я люблю, по крайней мере. Вот знаете, кто... Вот, все, кто меня любит, я того очень сильно люблю и уважаю. Кто меня не любит, пошел нахуй. Я все сказала. Уже и так я... Алло! Привет, зай! Как ты там, зай? В общем, короче, а то мне, знаете, мне уже начинают говорить люди, что я слишком добра ко всем своим хейтерам. Слишком добрая, типа я. Кого-то. Я большая поклонница эпохи моделей из 90-х. Моя любимая модель это Жизель Бунхен. Так, я что хочу сказать? Мы с тобой поспорили на 10 тысяч. Я хочу увеличить до 50 тысяч. Спор. Готов ли ты увеличить до 50 тысяч? Соглашайся. Все, мы поспорили на 50 тысяч, увеличили до 50 тысяч рублей. Я говорю, что... 25 тысяч со второго номера. Он мне понравился. Кто? Результат. Я? Нет. Я считаю, что номер 4 не модель, и я готов голосовать. Да, я потом тоже. Уже придется думать, там уже сложнее. Но я поддерживаю Саню полностью. Да, я тоже так думаю, да. Первый и 7 — это 2 финалиста. Не факт. Не факт. Не факт. Не факт. Не факт. Не факт. Вы охуенные факт! В прошлый раз то же самое было. Первый номер — это вот копия того, который тогда выиграл у нас. Тише едешь, дальше будешь. 7 номер просто втихаря молчит, на любой вопрос ответит. Знаний миллион, блядь. На любой? Смысл жизни — 7 номер. Вот это, блядь, вызов на любой. Есть во вселенной еще одна? Я думаю, нет. Блядь. Она модель. 100%. Что, все, вы готовы голосовать? Да, вы уж проститесь, надеюсь, мы не ошиблись. Номер 4, получается, не раскрывайте. Они выгнали всех, кроме последней, на кого я думала. У меня был 3-й, 4-й и последний вариант. Но это остались вообще не модели. Твоя личность? Ой, ай-яй-яй, кого вы выгнали, блядь? Или стоп, блядь? Короче, вот для меня номер 7 — это прошлый вот этот ДПСник, который просто ты ему веришь. Подождите, номер 1 тоже очень хорошо подковано. Говорю, номер 1 — это скорее вот журналист. Это кто, бля, капитан Крюк, ёпта, или что? Это топ-модел, это главное топ-модел. Топ-модел Moscow City, let's go, bitch.
Настоящая модель постоянно, ну, часто, получается, находится в Европе, еще в странах, где более развитое ЛГБТ-сообщество и так далее. Вам нужно угадать, кто из нас гей. Хороший вопрос. Хороший вопрос, да, реально, угадайте. Он один такой. Без шуток. Среди всех один гей. Вам нужно угадать, кто. А девушка точно не прикрытие? Это все... Это фейк. Это панцирь, все верно. Чтобы для аудитории, ну, прикрытие. Леша единственный, кто говорил постоянно, что у него есть девушка, чтобы, ну, вы на него отвеси. Не подумали. И сам же задал этот вопрос. Да, да, да. Ну, типа, чтобы на тебя не подумали. Кстати, интересно, кого они сейчас выберут. Пускай скажут. Номер один. Кто вы считаете, как вы считаете, кто гей? Я боюсь обидеть, а вдруг я сделаю... Не обижайтесь. Не обижайтесь. Не обидитесь. Не знаю. Женская интуиция, вот кто гей? Четвертый. Четвертый? Номер два. Не дай бог, сейчас все повторят. Ну, тут нет гея. Тут есть пи***. Второй номер, вот прям не видите, да, никого? Ну, не знаю. Мне кажется, номер шесть. Я думаю, что это провокационный вопрос, и никто из вас не является геем. Если бы, вот опять же, женская интуиция, вот если кто-то все-таки есть, то кто? Номер шесть. Ты че? Ну, если вы хотите ради шутки, кто больше всего мог бы стать, да, может. Мог бы стать. Не ради шутки, среди нас. Действительно есть один гей. Ну, я думаю, номер три. Бля, я не могу, это просто пиздец. Ты. Не, ну ты реально. А почему? Женская интуиция. Модель. Что вам нравится в теннисе? Движение. Нет, неправильно. Форма. Нет. Тут есть один ответ. Визги. Только модель знает правильный ответ. Чего? Спасибо, Горилла Лох, спасибо. Мне очень нравится теннис. Так модель ответила, реально. На меня муха садится, потому что я говном воняю или что за херня? Фу, Саныч, еще обосрался. Теннис, мне очень нравится теннис. То есть, что, вот вторая может быть и модель, но она фотомодель. Мне кажется, инстамодель. Фото. Давайте второй номер. Что такое стейтмент? Стейтмент — это чек, который тебе выдают в конце модельной работы, где написано, сколько выплата твоему агентству, сколько ты получаешь сам, сколько вычеты от визы, от проживания и всего остального. А что значит выйти в минус? Выйти в минус, когда твоя виза и твое проживание выходит больше, чем твя работа оплачиваемая. Так они, если готовились, они все эти топовые темы тоже подготовили. Маржа, что такое? Это млекопитающие. Когда город патрулируете, какие вот, может, случаи были? Я не могу, я просто хочу, чтобы номер 7 уже, когда все построились, она вышла и сказала, я модель, мы правильно угадали, я счастлив, у меня плюс 50 тысяч рублей, я просто счастлив. А вдруг такого не будет? 6 вот тоже, вероятно. Не, просто, типа, да, зачастую человек, представитель той или иной профессии, может быть менее уверенный, чем актер. Первое — это модельный босс. Ну, давайте так, вот я готов быть обманутым номером 7. Ты готов проиграть номер? Вот супер, я готов проиграть номеру 7. Вот я готов быть связанным номером 6. Стой, мы кого ищем? Модель. Можно номер 7 узнать у вас самый большой чек за модельную работу вашу? Чек? Я, наверное, скажу, что это в Китае самый большой чек. Сколько? Можете назвать цифру? Спасибо за подарок. За одну работу. Да. Это год. Что это такое? Что там? Думаю. Да, бля. Опять там что-то сказал, нахуй. Уже и так я. Алло! Привет, зай. Да, бля, а чё смешного-то, блин, такого? Ничего я не сказала смешного. 300 тысяч рублей. Рублей, да. 300 тысяч. А в юанях это сколько? В юанях, может быть, это где-то... Всё, она как будто посыпалась, семёрочка-то нахуй. На брови твои посмотрел. Ир, давай тоже немножко женская солидарность, пиздачковский закрывашка.
30 тысяч юаней. Красивые брови у меня. Правильно, правильно. Для меня просто вот так. Первый номер — это девушка из этой среды, но она как будто вот не работает. Слишком подкована. Просто она очень хорошо знает, она, возможно, набирает, или она директор в каком-нибудь агентстве, или ты вот еще что-то. Ну да, да, да. Я говорю, просто человек, который работает в этом постоянно. Второй номер — просто вот красивая девчонка, которая блогер, которая там, может быть, работает вот именно вот по фото, брендами, может, какими-то, но в чуть другом формате. Шестой номер для меня пока под вопросом. Седьмой номер для меня — это вот пока что фаворит. Прям фаворит в плане топ-модель. Да, да, да. Как будто нам нужно больше вопросов задавать шестому и седьмому номеру. А у тебя нет ощущения, что мы выгнали модель? Я уверен, что мы не выгнали модель. Мне кажется, выгнали. Выгнали? Троечка, четверочка. Какие вот есть вообще самые популярные агентства, которые в России? Open Up, Models. А еще есть Agency, Avant. Models. Это международное агентство, но девочки из России в нем состоят и работают. Есть такие модельные агентства, как Agency, Models, Top Models, Fashion, Fashion TV, Fashion Week, Fabric, Some Details, Blood Brands. Looks плюс event, блять. Это тоже по России. Они не разделяются прям российское. То есть российское агентство, оно не будет супер популярным, потому что Россия закрытая. А первый номер? Россия закрытая. Ну, вот как раз одно из самых крупных это Ice Model, в котором я состою. Да, еще мать. Одно агентство Drop Top, но они вообще не работают на Европу, они работают в России и на Азию. Таиланд, Китай, Южная Корея. Я не понимаю, почему первая сидит до сих пор. А шестой номер? Ну, присоединюсь к ответу. Это какой-то продаван. Не так много хороших популярных агентств в России. Допустим, я знаю, ну, вот, в котором я состою, Sky Models, есть Elite Models, Modus, допустим, три вот. Fashion Models, Brand Models, Sky Models, Ice Models, Agency Models. Которые я знаю. А седьмой номер? Ну, самые популярные — это Avant, Grace, Modus, V-Project и все. Семь ебануто уверенно говорит. Ну вот номер четыре, вот, когда мы готовили полицейского, вот номер четыре такой же был, он все отвечал. Тут уверенность вообще не роляет, но тут не то. Номер шесть, а назовите вот мне сейчас кажется, вот уже нету топ-модели, честно вам скажу. Вот мое женское вот это мнение. Мне кажется, это некорректно просто, я не знаю. Ладно, я просто не совсем уверен был, что он корректный. Вот этот. Седьмой номер, а подскажите, топ-модель это вот кто по определению? Топ-модель это которая... ежегодно делают крутые шоу какие-нибудь. Или обложки тоже. Это должно быть прям очень часто. Оставаться на уровне. А первый номер? Ой, Смирнов, ладно, спасибо. То же самое, но еще очень важно работать с большими модными домами. Скорее всего, даже быть там их инфлюенсером, их лицом, потому что это тоже очень важно, это играет большую строчку в портфолио вашем. То есть вы лицо, там, Gucci. Вы топ-модель. Он? Вполне мог бы быть. А второй номер, ты думаешь? Топ-модель — это модель, которая открывает шоу, которая появляется на обложках, на разворотах, которая делает кампейны. По-моему, кампейн, по-моему, топ-модели, я, конечно, не спец, но вроде бы топ-модели как раз-таки не открывают. А сначала среднячок идет, просто какие-то модели, а потом в середине или в конце там вау, просто выходит какая-нибудь Ирина Шейх или Белла Хадид. Ну, вот так вот. И это делает часто и не в одной стране, потому что есть фэшн-вики, есть не одна вик, в которой происходит фэшн-шоу. Они есть в Париже, есть в Милане, есть в Лондоне, в Нью-Йорке. И когда ты топ-модель, ты можешь побывать везде за сезон. Номер один. Как вы считаете, топ-модель могла бы быть с параметрами, как у номер два? Вот она говорит, я небольшого роста там. Скорее нет. Опа. Я просто тоже так считаю. А вы знаете модель Кейт Мосс? Мы никого да. не знаем. Нет, да, нет, знаем. Не знаю. У нее рост 167. А у вас какой? А у меня 166. Сантиметра не хватило и стали блогером. Я не стала блогером. Я развиваю свою медийную личность. Шестой номер, а вы с седьмым номером подруги? Нет. А вы подруги? Нет. А мы все друзья. Охуеть. А еще у вас есть девушка. А еще он гей. Почему у тебя так много мата? Первое, тебя так воспитали родители и матерятся сами. Им не стыдно на тебя смотреть. Второе, тебе очень сильно, как симпатичные девушки, тебе...
тебе очень сильно, как симпатичной девушке, смотреть это, третье. Так все матерятся сейчас, только искренне и честно, пожалуйста. Я с твоего канала начал смотреть Twitch. Не радочаруй, Форита, пожалуйста. И чат свой. С уважением к тебе, к твоему чату, Бодя. 40 лет, холост. Бодь, ты вообще на чё, блядь, я чё-то не понял. Я матерюсь, потому что мат — это часть русского языка. Это прекрасный речевой оборот, который украшает многие фразы, предложения. Потому что некоторые вещи невозможно никак описать без мата. Понимаешь? Никак. Никак иногда не описать ситуацию, кроме как пиздец. Никак иногда не выразиться, как словом блять или ебать. И вот мат присутствует в моей жизни. Что с того? Не могу понять. Если у тебя какие-то другие интересы, я не против, абсолютно. Понимаешь? Знай. Бодь, 40 лет, холост. Как ты вообще сюда нахуй попал? Кто тебе подключил эту систему, блядь? А сколько у вас подписчиков в Инстаграме номер один? 15 тысяч. Не так много. Это достаточно много. Все относительно. Номер два. Сколько у вас? У меня 48. Номер 6. У меня 5 тысяч. Номер 7. Че? Номер 2. Тысяч. Еще у вас есть девушка? А еще он... Где? Я все прослушала. Подруги? Нет. А мы все друзья. А еще у вас есть девушка? А еще он гей. А сколько у вас подписчиков в Инстаграме номер один? 15 тысяч. Не так много. Это достаточно много. Все относительно. Номер два. Сколько у вас? У меня 48. Номер 6. У меня 5 тысяч. Номер 7. Около 10 тысяч. А у меня 650 тысяч. А еще у вас есть девушка? И еще он гей. Малыш, Кудряшкинск. Все поняли, что у него есть девушка. Что ж, давайте голосовать. Давайте, раз, два, три. Сука, это собака. К сожалению, номер два покидает. Домой. Радио уж интерес, если Алексей 50 тысяч поставил, я готов на номер 6 поставить. Кто на модель? Ну, ради интереса, да. Ставь. Ну сколько, 10? Ну вот давай. На 10 я уверен. Вот я чувствую, что работает первое где-то в этом модельном бизнесе, но не является топ-моделью. А вот 7-й номер топ-модель. Первая приезжает, договаривается. Приезжает бизнес, деньги забрать. Деловые вопросы. Это тоже домой я говорю, надо. Большая начальница. Вы начальник? Сама себе в основном. Лучше ответить нельзя было, если бы ты был начальником. Прекрасный ответ. Давайте проведем такой интерактив. Вы же, все, кажется, фотографировали на каких-то показах. А вот можно я вас пофотографирую? Да. Вот я неуверенный начинающий фотограф. Вот вы, может, это поможете мне руководить съемкой? Ну, просто давайте. Попозировать. Попозировать, да. Сначала нужно определиться, что это за съемка. Это бьюти, это каталог. Это ебучая охуенная съемка. Хорошо, давайте каталог, допустим. Каталог — это портрет? Нет, это в полный рост. Вы фотографируете мой образ, да. Сейчас у меня... Наша задача — продать одежду. Осталось 3 не модели, я уверена. Вау! Был бы вентилятор. Она постоянно стоит за сценой, за кадром, контролирует за встречи какие-то с топ всякими брендами работает. Я уверена, что она связана с фэшн-индустрией 100%. Но она не модель. Дать одежду. Ух ты! Вау! Был бы вентилятором, я бы дул бы на вас. Ага. Можем бьюти попробовать. А бьюти — это что? Это портретная история, когда вам нужно, например, украшение. Косметика. Или косметика. А вы вот так можете вот... Да. Вау! Ага. Так, я думаю, это достаточно. Просто это великолепно! Просто. Почем серьги? Вы хотите купить? Косметику, одежду покупайте? Берете? А какие еще бывают виды съемок, вот кроме бьюти и, собственно... Стрит-стайл еще. Лукбук еще есть. А это что такое? Это для конкретного дизайнера какая-то съемка, то есть образов. Вот, она обычно дорого оплачивается. У меня денег нет. Так, давайте попробуем. Теперь давайте бьюти. Бьюти? Брависсимо, просто браво. Спина, сказка. Ебать, спасибо большое. А с
какими... Вот есть знаменитые фотографы, с которыми сотрудничали? Ну, есть московский фотограф. Илья Эксайл. Нет, Илюха. Ой, ну нет, стойте, стойте. Фотографы, с которыми сотрудничали? Ну, есть... Ну, она не модель, чат. Как будто модели уже нету, как будто троечка и четверочка вылетели модельками у нас. Есть московский фотограф. Илья Эксайл. Нет, Илюх. Ну, а зарубежными какими-то? Я, честно, не знаю, как их зовут, вот, но я снимала «Живок» в Казахстан, обложка «Вок» Казахстан. Вот, и там крутой фотограф был. I'm street photographer from Russia. Can I photo you? Зай. Зай, ну как у тебя дела там? Угу. Нормально у меня дела. Зай, я скучаю. Под вентилятором сижу. Лиз. Нормально. Это просто безумие. Ага, все, спасибо. Спасибо, спасибо. Вы можете выводы какие-то сделать? Я делаю выводы. Кола, ну зачем? Плюс 50 тысяч рублей в моем карман. Кола, зачем ты этому дурачку даришь сапку? О боже, блядь. Спасибо. Ну, я хочу выделить то, что первый номер прям по-особенному. Надо фотки. Прям, да, супер. Я тоже первый номер прям вообще... Первое волшебство. Да, да. Первый номер прям вот, ну, как будто руководил съемкой. То есть очень много постов интересных было. То, что, ну, опыт явно имеется. Номер 6. Что самое сложное в быть моделью? Самое сложное, наверное, соблюдать диету. Конкретно, ну, к какому-то показу, да. Обучаться дефиле тоже сложно. Целый год училась ходить. Номер спасибо, 7. Спасибо, что самое сложное? Ну, моделинг — это работа тоже очень сложная, когда вы целый день стоите на каблуках, вас не кормят. Может быть такое, что работа может длиться 2 дня, ну, в другом городе совершенно. Ну, просто как работа, это тяжело. А каково охранникам в пятерочке? Ну, моделинг — это... как творчество и как вот охранник пятерочки. Плюс вайп. А есть разница? Концерт кишлака тут! Да, да, тут. Вот вы конкретно фотомодель или модель просто? И, ну, и фото, и показы, то есть все вместе. То есть обычно это все объединено всегда? Нету человека, который просто, например, фотографируется, но не делает. Да ты по образованию? Ну, вот я, например... По образованию я топ модель Fabric, Ice Agency, Ice Fashion Week, you know, I'm saying, bitch. Ну как вы так подбираете тайминги? Сука! Я архитектор по профессии, зай. Модель, которая делает и это, и показы. Но, возможно, есть девочки в Азии, которые работают только на бьюти. А что тут такое? Подождите. И показы. Но, возможно... Среди вас. Ну вот я, например, модель, которая делает и фото, и показы. Но... Это что за ситуация? Это ботинок чей-то? Возможно, есть девочки в Азии, которые работают только на бьюти, потому что они маленького роста, а в Азии любят именно маленьких девочек. Даже вот меня еле берут в Китай порой, типа с моим ростом 1.80 м. Вот если вы в целом часто, например, фотографируетесь, да, все, я правильно понимаю, то, ну, вы следите за фотографиями других моделей, и у вас нету разве человека, с которым вы хотели бы поработать, вот со стороны фотографии, то есть какого-то имени, например. Кристофен Форд мне нравится, он фоткает вог. И он такой, он фоткает в минимализме, но при этом очень творческая эта работа. Он фоткал супер популярных моделей 90-х, типа там Евангелисты, Наоми. Но и сейчас он тоже работает, он, конечно, уже такой в годах. Но тем не менее, вот, сходит у них, у него классная была съемка, они вдвоем там. Номер 6. Я не слежу, ну, с каким-то конкретным фотографом, то есть фаворитов прям таких нет. То есть нету какого-то фотографа мечты, с которым хотите поработать? Фреймтеймер, например. Не слышали. Номер 7. Я бы хотела поработать с девочкой, которая снимает пленку и где-нибудь около моря. Вы правильно видите финал номер 1-7? Да. Я 6-7 вижу. Ну, давай проголосуем. Я 6-7 блядь, вижу финал. Вижен, без паники, кстати, это просто паника. Тоналка. Нет, мы тестили новую тоналку Dior. Согласен. Номер 1 как будто очень вот слишком подготовлена. Она работает в этой сфере 100%. Слишком, есть... Кстати, вот такой вопрос тоже вот, очень интересный. Но без шуток. Каждому из вас. Почему? Без шуток мне идет. Вот как
как будто бы. Я понимаю, что мне там все будут хуесосить и так далее, но главное, чтобы мне нравилось. Как будто бы прикольно выглядит. Согласились поучаствовать здесь. Во-первых, личный бренд. Ну, на самом деле, просто осветлять нет смысла. Захотел сделать какой-то необычный мейк, вот закрасил тоналкой и прикольно выглядит. Потом умылся, у тебя свои брови. Осветлять как будто не надо. Немаловажный фактор. Во-первых, ну в целом всегда интересный какой-то эксперимент. А во-вторых, ну классный опыт. И спасибо. Познакомиться с новыми людьми, познакомиться с вами. Вы крутые ребята. Спасибо. Почему спасибо. Бы и нет? Пивка выпьем. Из ботинка. И на гитаре поиграю. Только стакан специфичный. Ну, грубо говоря, это туфля. Номер 6. В целом, тоже ради эксперимента. Никогда не участвовала в таких шоу. Мне очень как было интересно в такой новой для себя роли. И, ну, вот... именно в съемках какого-то шоу поучаствовать. Они выберут седьмую. Ну, у меня брали один раз в жизни интервью. Это было тогда, когда мне было 14. Ну, из модельной стези именно. И поэтому мне было интересно, как я себя поведу вот именно на камеру, чтобы разговаривать с людьми, которых я вот не знаю. И вообще как эксперимент. О боже, блядь. Да, сука. Звоночки, блядь. Круто. И познакомиться с девочками, вот, с вами. Ну, я думаю, что нам надо голосовать. Ну, сейчас кикнут шестую, наверное. Что ж, на счет три. Раз, а, первую два, решили? Три. А, шестую кикают домой. Первую... Угу. Она больше похожа на какую-то гандболистку, волейболистку. Они такие высокие девчонки, статные. Спортсменка вообще как будто бы какая-то. Сейчас, наверное, выгонят первую и оставят седьмую. Но мне смотрела... Откуда я смотрела? Я вот с вами смотрю. Просто гандболистки так вот выглядят. Такие они высокие. А у вас есть друзья модели? Есть одна девочка, да, она модель. А так, в целом, такой комьюнити у меня актриса она есть. Она топ-модель? Вот она только фотографируется, потому что она маленького роста. Хотя я тоже как бы вот, меня не берут, не на все берут показы. За каким кадром? 173. Номер 7, а какой у вас рост? 1.80 м. О, вот тут и попались вы. Мы вас рассекретили, вы топ-модель. Прикинь, если мы топ-модель выгнали вначале, это вообще... Вы сказали то, что вот были ВОК Казахстан. Как вообще это получилось? Утвердили. То есть вы отправляли заявку? Ну, появилась работа, искали модель. Отправили в агентство запрос, чтобы посмотреть, какие девочки есть. Это был онлайн-кастинг. Для него просто, типа, как портфолио отправляют, с кем работали или как? Ну, вот что вы отправляете, вот... Что мой букер отправляет клиенту. Он отправляет мою видеовизитку, где я говорю, как меня зовут, какой у меня рост, параметры, и отправляет мои снэпы. То есть это фото в белье. То есть, чтобы клиент понимал, как я выгляжу. Ой. А есть что-то произошло второй в вашей ботинок. Карьере, о чем вы жалеете? Какой-то момент, где вот не согласились, может, или типа что-то такого? Жалею нет, как раз у меня, моя история скорее наоборот. То есть я понимала, что у меня есть особенные черты лица, которые не позволят мне работать моделью, потому что в моей системе координат модели это вот идеальные пропорции, стандарты. И вот как раз моя история — это случай, когда, девчонки, не спешите бежать к пластическому хирургу, потому что нюансы действительно могут стать преимуществом, как это было в моем случае. Да, бросьте вы. Ну да, да, 100%. И вся культура diversity, вот она об этом. Все мы одинаково красивы. Факт. Она как миллионер из первого выпуска. Да, реально. Седьмой номер. А назовите. Но это не она, нет, по нет. По популярности страны, где вот сильно развит модельный бизнес. Что ты пишешь, Аня? Вот видишь, а что, я, блядь, самая уродливая девочка на планете, которой нужно себя перекроить всю, вы меня успокаиваете? Аня, ну вот видишь, не все так плохо, ничего не делай с собой, блядь, или что, нахуй? Ну, Париж, Милан, Китай, Япония, Корея. Вот это все очень популярно. А что такое композитка? Седьмой номер. Это карточка, с которой ты приходишь на кастинг, даешь, вот, и тебя смотрят по композитке там. Композитка — это, блядь, я не могла на третьем курсе, нахуй, сдать своему преподавателю по художке, нахуй, композитку ебучую, нахуй. Твои параметры и фотографии. А сколько длится минимальный модельный контракт с материнским агентством? 2 недели. А, с материнским или с принимающим? С материнским. Ну, я думаю, 3 года минимум. Вот Влад, знаете, такой человек, я его не очень хорошо знаю, просто привет-привет, пока-пока, очень в редких случаях. Но вот он такой
реально босс, серый кардинал, он сидит молча, все шоу, все моделирует, шмоделирует в своей голове, какие-то у него там происходят чертоги разума, и вот он четко в моменте начинает долбить вопросами нужными, важными, и просто человек начинает сыпаться. Причем он задает такие вопросы, прям нужные. Но бизнесмены обычно тихие. Вот он, знаешь, такой, да, прям вот... Я не знаю даже, как его, блядь, описать. Я вот уже заметила, не на первом видео. Нормально. Влад, ты уверен в ком-то? В себе. Сань, ты уверен в ком-то? Ну, почему-то, чем больше я слушаю первый номер, тем больше я уверен, что реальная модель седьмой номер. Мне кажется, что первый номер, она больше похожа на актрису, больше похожа на того человека, который очень много работает на камеру, умеет хорошо говорить, у нее это все очень здорово поставлено, но седьмой номер больше похож на мне кажется, уже нету. Бизнеса. Я когда смотрел топ-модель по-американски, не спрашивайте, почему я это смотрел. Я смотрел, модельки. Охуенно. Было вообще... Это мое мнение. Вот, когда ты попросил реально девушек выйти и пофоткаться, когда номер 7... Я думаю, что третья или четвертая была, но это мое мнение. Или... Да, третья, четвертая и вот седьмая у меня под вопросом. Но седьмая как будто посыпалась. Стала вот так, типа руки сложила и просто вот NPC поза такая, вот я почему-то сразу подумал, что она модель. Я за номер 7, из оставшихся я за номер 7. Я тоже. Номер 7, такой вопрос, а вот когда вы как раз-таки приходите на съемку, то как бы полностью руководит процессом кто? Вот, то есть как ставить вас? Это фотограф или кто-то другой? Номер один. Номер один руководит. Нет, какая вторая, третья или четвертая? Что я должна сделать, а потом... Если что, фотограф добавляет. Давайте сейчас напишем номер того человека, кого вы считаете моделью. Итак, как мне не терпится. А вы, друзья, как думаете, сделали ли мы правильный выбор, или уже, может быть, мы выгнали, ну, не выгнали, а человек покинул уже тот, кто был настоящей моделью, или, может быть, это все-таки другой номер, не тот, который мы совокупности. Я еще почему-то сомневаюсь, что она 1.80 м. В совокупности, общим, как я вижу, решением выбрали. Как я понимаю, мы все выбрали номер 7. Да? Ох, у меня вообще это вот начинается напряжение. Да, мандраж. Все, мандраж. Самое интересное. Давай. Вот тот самый волнительный момент, которому мы... Ё-моё, они так сидели, и не сказать по ним, что они такие высокие. Ого, девчонки. Ну, короче, вот, моя ставка это была либо третья, либо четвертая девочка, одна из них. Потому что я считаю, что предпоследняя это спортсменка, она очень похожа на какую-то гандболистку или волейболистку. Самый интересен мужчина, который... опирается на то, что нужно женщине. Не плевать, что он захочет, когда он захочет. Это он себе пусть дает. Вот так вот. Первая просто шарит fashion industry, блядь, ёпта. Шли? Господи, у меня прям интересно, кто же. У меня аж волнение в животе, типа, то, что сделали мы правильный выбор. А еще раз напомню, то, что мы выбрали номер 7. Реально прям пиздец волнуюсь почему-то. И давайте так. Та девушка, которая... является настоящей топ-моделью, делает шаг вперед. Ну, покажи! Ну, блядь! Я же говорила! Посидели, гадали блядь. И все прогадали. Блин, а я первую ее назвала в самом начале видео, что она может быть. Я прям сразу подумала, что она. Номер 7! Стоп, давайте по порядку, Самое интересное напоследок, номер 2, кем вы являетесь на самом деле? Я контент-креатор, я снимаю для брендов, я фотографирую, продюсирую съемки, снимаю для артистов и блогер. Ага, номер 4? Я начинающая модель. Номер 5? Я актриса, но у меня есть модельные съемки. Номер 6? Я игрок профессионального волейбольного клуба и сейчас я работаю в медицине. А заливали нам как? Номер 1, кем вы являетесь на самом деле? Я телеведущая. Ну да, ну я телеведущая. Номер 7. Я учусь на юриста, и также у меня есть модельные тесты. Модельные съемки бывают иногда очень редко. А ебать, самый далекий человек. Давай 50 тысяч. Все вот это Китай, Казахстан, это все вранье.
Блядь. Возьмите ее, кто смотрит. И номер три. Я международная действующая модель. Действительно, я работаю 8 лет уже. Да, видно по ней. Езжу на контракты в разные страны. В ноябре я уезжаю в Корею на Direct Job, на работу. И потом еду в Сингапур на контракт. Я же вам говорил третий номер. Я говорила. У тебя три написано. Ну, я отложил, я выбрал и отложил. Мы снова проиграли. Ну, я считаю, что мальчики просто в этом видео образы подобраны просто идеально. Им бы самим пройтись по подиуму, как топ моделс. Они прям все как на подборочку. Ёшка-матрёшка. Погромче говори, блин. Что? Блять, иди-ка знаешь куда, вот сюда. Да вот. Все, не пиздеть нахуй. Сука Ивана. Угу, да-да. Блять, я поставил 50 тысяч и жопу проебал, блять. И в тот раз то же самое было. А, кстати, вот вопрос, а в чем, вот, ну, к настоящему представителю профессии, в чем вот резон был поучаствовать в этом эксперименте, так сказать? Да, просто интересно. Я просто в подобных проектах никогда не участвовала. А как думаете, почему вот мы вас выбрали? Мы же слишком очевидно посчитали, наверное. Я вот именно так и посчитал. Да. Я не могу поверить в то, что вот, как бы, если визуально смотришь, сразу как будто вот выделяетесь вы очень сильно. Блядь. Я не могу поверить, что вот так, блядь, вот сделали кастинг актеров, что вы прям, ну, как будто мы отгадываем пожарника, и один обгоревший человек стоит. Типа. Вот так для меня это выглядело, поэтому я сразу как бы мимо. Номер 7 просто идеально сходило. Спасибо. Стоит отдать должное, что все хорошо подготовили. Ну, напишите в комментариях, угадали ли вы или мы нет. Угадали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хорошего вам дня и всего самого наилучшего. Спасибо. Бля, какие же охуенные видосы вот такие с угадыванием. Я вообще на так... Я бы еще час смотрела. Брат. Сколько уже набрала? Вот так для меня это выглядело, поэтому я сразу как бы мимо. Номер 7 просто идеально сходило. Стоит отдать должное, что все хорошо подготовили. Ну, напишите в комментариях, угадали ли вы или нет. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хорошего вам дня и всего самого наилучшего. Вот спасибо. Модель, а что, не будет никакой фэшн-проходки в конце? Брат, ну как вы так ошиблись? Да невозможно было угадать. Ну, объективно, в моем понимании просто, как должна выглядеть модель, вот номер 7, вот именно топ-модель. Через 5 лет она будет топ-моделью, клянусь. В каждом шоу, когда мы играем, в какой-то момент Леха начинает орать, что он знает, кто победил, и начинает делать ставки, и каждый раз угадывает неправильно. Полная хуйня. Мы снова проиграли, снова выгнали настоящего человека в самом начале. Я думал, что не может быть так просто. Я думал, что вот третий — это, ну, что-то там в прошлом как-то, где-то, или там очень красивая фигура, что-нибудь такое, но не знаю. Как будто вот вопрос, вот назови модели там начинающих каких-то, как будто для меня вот такой вопрос был, на который много кого подловили. Да, да, это, кстати, был хороший реально вопрос. Yes! Да. И я его задал. Интересно, вот все же вопросы тебе позадавать, типа, как вот, типа, контраст того, как... Вопрос, на самом деле, я бы тоже не ответила. А, понятно. Спасибо тебе большое за участие. Спасибо вам. Да, извини, что мы тебя не выбрали. Все нормально. Какой вопрос, типа, был самый сложный где-то в тупик, где ты прям пришлось очень много врать? Или ты... Наверное, про фотографа, потому что я не знаю вообще никаких фотографов, а врать про имена мне не хотелось. Вот просто вот все кричало о том, что ты модель. Я не знаю, как так. Все, про кого-то тебе надо моделью стать теперь. Думаю, да. Может, попробовать? Жестко. Как так врать? Не, мне просто вот, если честно, я очень сильно прицепился к фразе «Вок Казахстан». Вот типа просто, как будто ты подобрала такую штуку, которая... Которая не подъебаться. Которая вот, ну, типа, ну, кстати, сложно, да, соврать, типа, в таком направлении. А такое существует реально? Да, реально есть. Ну, конечно. Спасибо тебе за участие, ты выиграла. Спасибо, 50 тысяч рублей. Прикол в том, что здесь никто не тупил. Типа, в «Миллионере», ну, жестко тупняк. Очень хорошо все отлично. Ну, сложноватая тема была, на самом деле. Вот. Мне приятно, спасибо большое, что вы меня все-таки идентифицировали как... Не смотри, модели, а будут проходки? А чё, проходки будут? Да все, осталось уже. Которые? 20 секунд. Вы меня назвали, там кем-то еще. А какой вопрос был самый сложный, на который такая... Сложный, я... Вы просто... Это... Я сидела, нету я проходов. Куча не знала ответов. И все вопросы, которые я не знала, летели... В самом начале... В смысле? Так мы посмотрели. Или не в меня, я просто такая, фу. Я знаю много про моду, но ничего не знаю про модели. А, блядь, ну ничего не было. Блин, было бы прикольно, если бы у Илюхи вот все проходки. Так, а там это... Привет, брат! А там это, что-то еще нам писали посмотреть, Доброкека или что? Потом заебал, и я вылил на кисть. Я вылил на кисть. Бесло на кисть. Оно дало бы...